Доброе утро! Тенденции вечернего макияжа 2016 года стилисты нам рекомендуют использовать блестки и стразы. Они могут быть разных цветов, но больше всего подойдут вам белые оттенки. Они универсальны, они всегда подойдут к любому вашему образу. Используйте стразы одного оттенка. Сочетание разных цветов совершенно будет неуместно. Выбрав один цвет страз, вы можете их наклеить от уголка внешнего века до внутреннего, либо сделать акцент на внутреннем уголке глаза. Стразы используйте для креативных образов, для вечеринок, для пышных событий. Тогда вы будете выглядеть очень индивидуально. Если вы решили в своем макияже использовать стразы, то вам для этого понадобится клей. Лучше выберите его прозрачный или белого цвета, который потом станет прозрачным. Наберите немножечко клея на кончик кисти. Поставьте внутренний уголочек глаза. 30 секунд подождите и подставьте стразу. Наклеенная страза во внутренний уголок глаза придаст вашему взгляду блеск и сияние. Такое креативное решение вы можете использовать для похода на вечеринку, в клуб и для фотосессий. Если вы не готовы к такому решению, вы можете использовать стразы разного размера и наклеивать их под бровь и на внешний уголок глаза. Не бойтесь экспериментировать, будьте яркими, хорошего дня!